В сельском поселении Медвежьеозерское на площади возле Дворца культуры русскую зиму также провожали традиционными забавами. Пели песни, танцевали. Мужчины штурмовали деревянный столб, целясь достать таблички с номером подарка наверху. Словно рыцари сражались подушками, мерили силушкой богатырской, управляли полетами на метле, прыгали в мешках и даже перетягивали канат. Очень круто! Прошли в конкурсах. Подушками. Вообще очень круто, крутой праздник. К празднику мы очень тщательно готовились. У нас люди очень любят этот праздник. Все ждут. Но вот как бы показатель того, что действительно это так. Хороший день и вот такое большое скопление людей. Сейчас достаточное количество участников. Причем разной подготовленности. Есть и простые люди, кто просто когда-то занимались, и есть кто профессионально занимается. Гости праздника к этому дню тоже подготовились. Большинство хотя бы частично были наряжены в традиционные славянские одеяния. Но главным событием на Масленице, конечно, было поедание блинов. Чем блины раздаются? А все подряд. С творогом, с мясом, с вишней, с клубникой. Все с пылу с жару. В этот светлый день мы провожаем Масленицу и просим друг у друга прощения. Издавна считалось, что в эту неделю, поедая блины, человек наполняется энергией и жизненными силами. Поэтому сегодня солнце у каждого в тарелке, ну и внутри. Запах блинов привлекал на этот праздник не только людей славянской культуры. Узнать и почувствовать дух наших традиций пришел гость из Африканской республики Камерун. Как наши русские традиции? Отлично, обожаю. Блины уже кушаем, наел. Я с семья. Дочка там смотрит, обожаю. Домой больше не хочешь. Марина Позднякова, Сергей Василевский, Мария Смирнова, Станислав Беляев, Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».